Всем добрый день. А сегодня мы с вами в якорной щели. Как всегда, за спиной пятерочка. Потом, может быть, на обратном пути посмотрим, что там да как. И тут есть потайной выход в пляж. Ну, потайной он для меня, наверняка местные жители, да и те, кто здесь отдыхает, знают про этот выход к морю. Я его заметил чисто случайно. Вот в пятерочке бывал, а здесь вот никогда. Такой вот, видно, советский еще проход к морю. Сделан красиво, камешками, булыжниками. Как будто в замок какой-нибудь там входишь. Ну а впереди нас ждет море. Проход, конечно, к морю, скажем так, ну, не ахти. Понимаю, что к лету тут все почистят, все прочистят. Но сейчас какой-то шлак, мусор, досточки. То же самое у нас было в Лазовском во время летних штормов. Ну, вот он, как бы, и пляж. Буквально несколько метров, метров 200, наверное, дистанция на щель. Если вдруг припекло, темечко можно взять. Дежурную кепку. Здесь на пляже прям лежит всегда. Много, опять же, рапанчиков всяких разных. Море красивое. Темное, но красивое. Что вам еще рассказать? Ну, давайте прогуляемся. По этой набережной. Точнее, набережной как таковой здесь якорной щели все-таки нет. Там дальше несколько кафешек было. А вот шторм здесь тоже был достаточно сильный, как видите. Сам пляж чистый. А все вот доски, бревна, вот это все улично. Ушло прямо сюда. То есть можно предположить, что длина волны достаточно сильная волна, так как она подвигла здесь. На метру 20-30. Видите, раздевалки сломаны. Много всякого хвоста. Но Лазаревская. Лазаревская это летний штурм. По-юрски, кажется. Вот один в один. Не переживайте, все это уберется, все сожгут, к сезону все подготовят, МЖО заработает. Наверняка появится какой-нибудь тут киосочек. На пляже, собственно, не видно, никто не хочет палиться. Видите? Вот, и там даже два МЖО. Последняя модель со ступеньками, еще предыдущая. Там, наверное, чисто вообще яма. Видимо, кафешка. Даже колонки не убирают. Ну, видно, присутствие человека здесь было. Кто-то уже попилил немножечко, видите, эти все бревнышки. И даже слегка, видимо, поджег их. Поджигал. Учимся говорить по-русски. Давно, как минимум сутки. Там тоже где-то далеко ходят люди. Но я уже туда не пойду, ребят. Вот такой вот пляж якорной щели на сей момент. Опять же, потому что на сей момент. Не думайте, что он всегда грязный такой, все время вот в этих вот. Все нормально. Все уберут. Всем говорю пока. Даже люди есть. Всем до новых встреч. Киоски открыты, вон видите, в прямом смысле этого слова. Ролл-ставни прям влетели вовнутрь. А, тут чувак еще какой-то живет, вон видите. Он тут даже обедает, походу. Магнит что-то принес. Видите, не оставляйте ролл-ставни на берегу. Могут прийти волны и принести с собой нежданчик. Привет из якорной, моя удача.